Манументальная класіка ў Мінску ад вядучых салістаў Еўропы. У канцэртнай зале «Верхні горад» прагучаў чароўны шуман, хвалюючы Брамс, бліскучы Шастаковіч. Піяністы і акампаніятары Вячаслаў Спрыдонаў, ураджэнец Беларусі, лаўрэат міжнародных конкурсаў, упершыню выступіў перад мінскім гледачом у дуэце са знакамітым віяланчэлістам Львом Сіўковым. Прыхільнікі класічнай музыкі ацанілі пранікнёную інтэрпрэтацыю вядомых твораў. Мы пытались донести до слушателя свою какую-то определенную интерпретацию такой замечательной музыки, которую мы исполняли. Такая у нас была основная цель, чтобы это было интересно в первую очередь. Мне очень приятно находиться в Минске, у вас замечательная публика, очень доброжелательно встречают, поэтому, когда приезжаю в Беларусь, хочется выложиться на 100%. Я пытаюсь, наверное, донести все оригинальные штрихи, которые делал Брамс. Я специально купил самую оригинальную версию сонаты Брамса, и поэтому вот в Европе сейчас наибольший, так сказать, тренд – это пытаться сделать все наиболее в оригинальном стиле, как это задумывал композитор. Классика, она никогда не стареет, и когда такие молодые талантливые ребята его воспроизводят таким образом, то, конечно, душа радуется, потому что мне кажется, что вот эта духовность, она всегда спасает мир этот. Я рад, что кроме технического такого мастерства, это очень интересные ребята в смысле интерпретации. Зараз музыканты працуюць у Швейцарыі і актыўна гастралююць. Перад тым, як прыехаць у Мінск, яны далі канцэрт манументальнай класікі ў Брэсце ў суправаджэнні аркестра.